Всем привет, с вами команда Медиашколы, и сегодня мы находимся на полуфинале «Большой перемен». С вами Кадышев Тимур и Соня Фомина. Мы начинаем. В первый день мы приехали в детский оздоровительный лагерь Литвинова. Во время первого дня участники знакомились со своим отрядом, играли в игры на развитие командного духа и находили новых друзей. А под вечер было открытие полуфинала «Большой перемены». Во время концерта нам рассказывали про «Большую перемену», показывали выступления участников. А мечта у каждого участника «Большой перемены» на данный момент только одна – достойно пройти все испытания полуфинала и стать финалистом конкурса. А второй день начался с вкусного завтрака и зарядки на улице. После этого мы отправились на первое важное для нас испытание – решение кейсов, которое проходило в спортивном корпусе. Перед основными кейсами, которых всего было три, мы решали задания, которые связаны с историей и географией нашей страны. Затем были индивидуальные кейсы, связанные с вызовом. Всего на первый этап решения кейсов мы потратили 3 часа. После этого мы пошли на обед, а затем в корпуса, чтобы немного отдохнуть. В это время мы просто общались, слушали музыку и играли в игры. А потом отправились на второй этап решения кейсовых заданий. На этот этап мы также потратили 3 часа. После этого у нас традиционно был ужин, а после такого тяжелого дня, конечно же, была часовая дискотека. Уже устали и пошли в корпуса, но на этом наш день не закончился. Наш отряд каждый вечер проводил свечку. После свечки у нас, конечно же, был отбой, так как завтра уже предстоял другой важный этап – защита проектов. Во время третьего дня у нас проходила защита кейсов. После защиты у нас было свободное время на разные студии. К примеру, можно было попеть музыку под гитару, сделать обнимашки к закрытию полуфинала. На выступление показывали нашу жизнь за 3 дня в детском лагере Литвинова. Каких успехов добилась «Большая перемена», организаторы благодарили нас за участие в таком замечательном проекте. После закрытия все отряды пошли на мероприятие «Костер». Там мы пели разные песни под гитару и обменивались обнимашками на память. Четвертый день стал для всех заключительным. Он был тяжелым и грустным как для ребят, так и для вожатых. За эти 3 дня наш отряд, в котором никто не знал друг друга ранее, смог стать самой настоящей командой, в которой мы каждый день поддерживали друг друга. Были слезы и съемки последних видео вместе. Пока все разъезжались, мы сидели в киноконцертном зале и смотрели различные фильмы. Так и закончился полуфинал «Большой перемены» 2023 года в уютном лагере Литвинова.